За год в Югре разобрали сотню несанкционированных свалок. Об этом говорили сегодня на совещании природнадзора Югры. Экологический центр подвел итоги уходящего года. Наш регион – один из самых чистых в России. Меньше незаконных полигонов ТБО только в Московской области. Сотрудники природнадзора проводили рейды, ставили фотоловушки и наказывали нарушителей. За кулек оставленного мусора в лесу обычному гражданину придется заплатить от 1 до 2 тысяч рублей государству. А вот если незаконную свалку организовало предприятие, штраф будет от 20 до 100 тысяч рублей. Кстати, действующие полигоны ТБО в ближайшие годы ликвидируют. По Ханты-Мансийскому автономному округу у нас 5 находится объектов. Это свалок, которые, часть выведена, часть будет выведена, и нам надо до конца 2024 года ликвидировать. Это свалки в городах Нижневартовск, Нефтеюганск, Голым, Нягань и Федоровский. Вот это та ближайшая задача по ликвидации накопленного ущерба.